pues bien. Надеюсь, что сейчас действительно здравый смысл восторжествует, и эта услуга, которую так долго ждут абоненты, ждут потребители. Азербайджанском языке. Единственное, что там ну, вот сейчас русского варианта. Твою мать, блядь!
каждый день меняют. Каждый день знаки меняют, убирают полоски, разметки. Съезди, посмотри. За 1 100 130, если я не ошибаюсь, да? Самый дорогой Кашкай вы покупаете за 1 700 000. Вилка получается 570, да, если быть точным, 570. Ну, на пуде кукольный сам. Да. Угу. Блять, что такое? Чё? Это кто такой? Откро! Чё такое? Чё ты хочешь? Охуел, да? Ты чё? Чё сделал? А? Ты чё сейчас сделал? Ебем, блядь, а чё не перевернулся из-за тебя, долбоёб, сука? Где? Ты ебанутый, что ли? Где? Ты не видел, чё сейчас было? А? Нет. Нет? Да, чё, разъебу я тебя, ебем, сука? Я терял, говорю, нет. Слышь, чё он там, ёмать его, что ли, нахуй? А чё за хуйня реально была, блядь? Где? Не знаю. Ты чё, Диман, тормозишь, блядь? Чё за да, хуйня? Да, реально, не знаю, чё за хуйня была. Сейчас он ударит, Диман. Не, не Диман, вы, на, вы ебать нахуй его сейчас. Да. А ну-ка, останови. Остановись. Остановись. Да. Остановись. Остановись. Not your fault. You trying to lose. Back up for God. She hit my car. She should have backed up.